Ребятушки и девчоночки, я вас категорически приветствую на своем канале Жук Муравейники, с вами дядя Саша, великий ужасный. Я, конечно, понимаю, что на мой пикем вы уже не сможете положиться, потому что время осталось критически мало до его завершения, ведь 55 минут. Ну, так произошло. Вчера я, вместо того, наверное, чтобы стримить вам Zlone Dark, надо было мне заниматься пикемом. Ну, вы не думайте особо, что я тут что-то могу интересного вам предложить, на что вы сможете с большой дольной вероятностью положиться и, скажем так, выиграть себе. Не выиграть, а выкружить себе медаль следующего уровня, типа золотая. Так, ладно, время мало, поэтому нехрена тут сказки рассказывать. Ломал я свой старческий недоразвитый мозг, ломал и решил все-таки на 3-0 поставить ликвид. Я исходил из стартовых матчей настолько, насколько я мог исходить по своей скудоумности. Стартовый матч у Ликвида достаточно серьезный, они с Маузами играют, но я думаю, что они пройдут через Маузов и дальше пойдут 1-0. И вот всего лишь на основе этого, ну и естественно их прочей статистики, которую я подсмотрел на некоторых сайтах, я решаю, что они выйдут 3-0. Могут еще, возможно, выйти фейзы. Возможно. Конечно, это неблагодарная позиция, все понятно. И, может быть, их лучше было поставить сюда. Ну, короче, куда поставил, туда поставил. Фейзы пройдут. Я вам сейчас быстренько расставлю. Считаю, что спрауты не смогут никого обыграть и отскочат 3-0. Может, и не отскочат. Ну, кто-то-то... Ну, точнее, 0-3. Кто-то-то 0-3 точно отскочит. И этих команды будут цельных две. Так. Ну, дальше. Любые 7 команд, которые пройдут дальше. Ну, понятное дело, куда же мы будем девать Нави? Навид пройдут. Да. Нипы пройдут. Типы-нипы. Ну, типы-нипы должны пройти. Типы-героики с Каспером Мюллером. Я надеюсь, что они нас порадуют. Типы-героики. Так, далее. Кого я там еще планировал поставить? Еще я планировал поставить сюда Мауз, Бнен и Фурию. Вот и все, собственно говоря, и нечего тут изобретать лесопед. Надо, чтобы 5 верных прогнозов. Ну вот эти, конечно, да. Может быть, мне вместо Бне сюда поставить ликвидов. Может быть, но я хочу именно так. К сожалению, у меня было мало времени, чтобы я серьезно пораскинул своими недоразвитыми мозгами и более детально изучил все позиции. Ну, как есть, так есть. Я уже много раз говорил, что мне главное не медаль. Серебряная, золотая, бриллиантовая, позолоченная, платиновая. А, участие. Поэтому все, пик ем. А, все уже. Сделал прогноз. А почему сделал? Почему написано сделать прогноз, а ты нажал на кнопку? А, я знаю, почему он не дает мне нажать на кнопку сделать прогноз. А я знаю, потому что у меня в прошлый раз стояло точно так же. Я перед записью все почикал, чтобы все было чисто. Но именно так они и стояли. Поэтому прогноз сделать не получится. Он уже сделан. Ничего красть не надо, все украдено до нас. А ты меня уже спросишь, а что ты бегов не поставил? Да я откуда знаю, чего я бегов не поставил? Тут много кого можно было поставить. И инцов, и бегов, и всех остальных. Поставил, кого поставил. А там, как говорится, поле квадратное, мяч круглый. Победит сильнейший. Приходите сегодня в 5 часов, в 17:00 по московскому времени. Нет, трансляция вообще запланирована в 16:45. Я не знаю, нахрена я ее так далеко запланировал. В общем, стрим уже на сегодняшние легенды запланирован. Приходите, будьте посмотреть. А я за сим с вами прощаюсь. Проведению препоручаю вас, дети мои. И заклинаю, остерегайтесь выходить на болото в ночное время, когда силы зла властвуют безраздельно. Спасибо, кончено.